можете смело убирать вот этот вот хэштег с этого, с аккаунтов. С аккаунтов. Я не знаю, какой есть хэштег. Пока что просто на Deepin'се двигаемся. Я потом скажу новый. Такс. Deepik котик. Ну вот можно хэштег капкат, видите? Нет, чуваки, летнипинса не будет. Когда прощаешь, поддерживаешь, но и в то же время понимаешь, что никогда с ним не будешь. А почему я сзади на... Вот же ты чё-чё не грусти, брат, жиза мой друг. Ничего не понял. Добрый вечер, Димка, мальчик мой, хули случилось? Так, я думал добавлю немного баса. Роналдус, Альбус, Конституционсмеханизмус, Бонус, Периус, Клаунус, Киндус. Йобус, Алиустус, Робот. Бля, держи, Геннадия. Шпонж Бобус, Глобус, Джеймс. Бро, может быть, пенкой не залетела, но пенкой ты бы никого не удивил. Егор Крид. А хороший лонгшот, брат, завоевывает сердца людей. После такой подводки грех не забить. А как шелупой-то такая залетела? Ты, короче, хочешь, чтобы вот это... Вот это да. Ты, короче, хочешь... чтобы вот эту челку, да, ее как-то соединить, да? А что у тебя было вообще? Ебать его стриганули, ребят. Просто с хвостом ходил, ага. И выбривал раньше, вот все. И тебя вот прямо до сюда заваливали, да? Ну, мне получается один раз криво сделали. И ты это будешь. В итоге, бля, вот все видосы вот эти вот, все видосы в ТикТоке про стрижку, все они заканчиваются ебаным, как это называется? Кроп, моб. Везде одна и та же прическа. Нет, не гриб. С каких странах ты был? Это ж только что, бля. Ничего себе, быстро. С каких странах ты был? Я был в 20 странах России и... Бля, ну... С каких странах ты был? Я был в 20 странах России и... Ну как так, блядь? Ну как так, сука? С каких стран? Нет! Зачем убивать себя? Он убил себя прямо у меня на глазах! А я у него аниме смотрю в его озвучке, между прочим, ребят. Не унывай, ведь ты замечательный человек. Выйдите из зоны... А, блядь, автор книги как нет. Как найти свою нишу? Что начать такого продавать, чтобы заработать миллион? Вот, блядь, бесплатно пользуйтесь. Шоколад для секса или сексуальный шоколад. Можете почитать, насколько он разъебал в других странах. Вот берете поставщика вот этого вот шоколада, упаковываете его по-своему, называете по-своему, запускаете магазин в своей стране, подключаете платежки, пускаете рекламу на Facebook на свой регион, на свой район, на свой город, на свою улицу, и все. И вы... Это надо? Че, то есть, если я буду перепродавать шоколад для секса, вы реально будете его покупать? И как работает? Ну ты... Вот, я тебе покажу. Вот банка, вот смотри, будет написано не Нутелла, а Deep Sex. Ебать, у меня даже ник подходящий. Сука. И вот так просто берешь, вот так, вот здесь будет такая подводка вот сюда просто, вот так. Вот так. И вот здесь все будет в шоколаде. И, блядь, и хуй будет с привкусом шоколада. Шоколадный... Опа. Шоколадный секс. А что, плохо, что ли? А, по-моему, совсем нет. Бля, может быть, реально сейчас урвать эту тему, а? Очень плохая идея. Саня, не надо. Саня, не нравится. Фантастика. Саня, ну не надо, не надо. Бля, ребят, будущее уже наступило, понимаете? Все уже, какие там презервативы со вкусом клубники, шоколад для... Для секса или... Шоколад, сексуальный шоколад. Саня, ну не надо. Саня, пожалуйста, я прошу. Ебать. We gotta do the basic step. В твоем случае шоколад от секса.
Может быть, я когда-нибудь научусь делать красивые эдиты SDT в отметках. А я не знаю, зачем он так отмечает миллиард чуваков, короче говоря, прикинь. Типа каждый раз в этих эдитах. Я видел, как чуваки вот такие делают эдиты в приложениях, типа Капкута или типа там еще какой-нибудь Alight. Это пиздец, типа полный. Ребят, я клянусь, вам проще будет купить комп за 10 тысяч, да, просто похуй, монитор, блять, просто монитор, и на нем делать на After Effects видосы, я клянусь, вам будет намного проще. Да поебать мне. В хорошем смысле пиздец. Не, это очень тяжелые эдиты, и их намного проще можно сделать в After Effects, но они не теряют свою сложность, скажем так. Ага, комп, бля, не потянет, да потянет. Да нахуй ваши т... Это Арик? Понял. Денег. Вот, вот. Прости, брат, мы прокололи. Ты пристает. Кстати, ребят, по недавней информации, я, оказывается, стримил казино. Вот. И вообще, блядь, наплевал на все свои принципы. По недавней информации. Вот. Кто сидел на каждом моем стриме, точно знает об этом. 155-й факт. Одно из самых крутых моментов в жизни — это когда у тебя есть такой друг, с которым ты можешь не общаться большое количество времени, но как только вы встречаетесь, то можете разговаривать и общаться так же, как и всегда, обсуждать все и всех, и просто проводить время классно, несмотря на долгое отсутствие в общении. Вообще, с высоты своего возраста я вам вот что скажу про вот эту тему. И, кстати говоря, у меня есть еще и опыт печальный по поводу этого. У меня был прям пиздец, не въебись какой друг, но вот когда я переехал, мы там виделись все равно раз в год, но потом, короче, когда пошли в университет, мы прям совсем перестали общаться, и не получается словить коннект даже после того, как мы встречаемся, просто все, он потерян. Такая фигня работает, когда есть систематическая, как бы, скажем так, встреча, да, то есть раз в год, условно. То есть раз в год ты ездишь на 3 месяца лета к бабушке. Там у тебя есть друзья, и они ждут твоей встречи. Я помню, как за мной заходили пацаны, там спрашивали, а когда Ваня приедет, когда Ваня приедет. Тогда это работает. Но вообще по жизни как будто бы это не сильно, правда? Пока что вот с этой своей возраста говорю то, что если ты долго не общаешься с челом, без как бы так весомых обстоятельств или без какой-то там систематики, то и как бы у вас общению будет постепенно приходить конец, конец, конец. Лошадка, уйди, лошадка, лошадка! Вчера я поймал воробья, сейчас я поймал хуй пойми кого, это что? Что ты такое? Это колибри? Нахуя ты тут летаешь? Ладно, блять, как он вообще поймал птицу, типа? Что за хуйня? Блять! Даша Куприянова. Передай привет, пожалуйста. Привет, привет, Даша Куприянова. Спасибо большое за 500 000 рублей. У меня тесто вызывает пассивную агрессию, понял? Я хочу, блядь, бить тесто, сука. Оно такое... Понял? Top shading hair like this. Короче, я шел по улице домой, и до меня докопалось два типа, а я такой типа. И они такие: а, ты глухонемой, ладно, тогда иди давай, здоровье, блядь, пожелали. Хотя только что, блядь, хотели решить меня. Ну, короче, я иду, прохожу 2 метра и слушаю, типа, бля, Колян.
Если он глухонемой, нахуя ему наушники? Короче, я шел по... Вот что вам, блядь. Это заготовка. Ну и да. Я выиграю 30 миллионов лотереи, батя. Ваня на площади трех вокзалов. А я обязательно к тебе приеду и носу на... Сука. Допустим, вы летите на самолете и видите в окно, как в землю врезается астероид. Происходит гигантский взрыв, и ударная волна разламывает ваш самолет. Все в панике, но... Никого не смущает, что мы летим на самолете так дохуя высоко, что мы, блядь, вообще в стратосфере, типа, уже космос, блядь. Допустим, вы летите на самолете и видите в окно, как в землю врезается астероид. Гоняй в аптеку хуёво что-то. Ванчоус. А я-то чё? Закажи. Происходит гигантский взрыв, и ударная волна разламывает ваш самолет. Все в панике, но все окей, вы знаете, что делать. Когда вас выкинет из самолета, займите удобную позицию и планируйте медленно вниз, пока не встретите другой самолет, который будет пролетать мимо. Дальше спокойно запрыгиваем на него, ищем, где находится аварийный вход, и медленно к нему подходим. Вносим дверь с ноги, оттуда сразу вылетит какой-нибудь неизвестный пассажир, но вы не расстраиваетесь, вы заходите и закрываете дверь изнутри. И садимся на его место. Все, это было очень просто. А, блядь, ёб твою мать, ничего себе как. Ой, блядь, у вас какое животное было? Или... Блин, чуваки, сколько раз вижу этого чела в рекомендациях, он со всего что ли ржет? Фруктик. Или овощ. Я не помню. Овощ, может, у вас это какой-то был. Вишенка была. Вась, я тоже был вишенка. 1 миллион рублей, отправил 100 рублей. Держи лям, братан. Бля. Брат, я не могу принять такие деньги. Ты что? Ебанутый, что ли? Жесть. С ума сойти. Я же могу теперь реально запустить свою линейку сексуального шоколада. Твою мать. Ну, и твою мать. Сука. Здорово, пацаны. Вот у вас не создалось ощущение, когда что вот как опера, да, петь легко? Опера, да. Вот никогда не создалось. То есть, типа, ты просто... Бля, вот даже у меня сейчас получилось. То есть, вот ты сейчас, если так сделаешь, ты попробуешь спеть, у тебя получится. Да там все просто, блядь, правда. Да, ребят, вы не пробуете, пишите нет. Вот поэтому вы еще и не сидите на миллионах рублей. Вот прикинь, сейчас кто-то просто из чата бы открыл рот, бля. А он, оказывается, опер. 159-й факт. Ну давай. Если человек не отвечает на оскорбление, значит его интеллект в разы выше собеседника. Человек, которому вы нравитесь, будет всячески пытаться коснуться вас, якобы невзначай. Смех является главной защитной реакцией человека. Кто, короче, тоже, когда помладше был, класса до 8, ладно, до 9 включительно, и от 5, когда кто-то кому-то нравился, ну, у тебя там, да, ты там кому-то нравишься, или кто-то тебе нравится, ты вот эти факты, понял, листаешь и такой, так, блин, ну он вообще со мной тактильный, да, то есть он пытается меня как-то задеть. Ну, значит, да, то есть, скорее всего, что-то да. Он всегда улыбается, когда он смотрит, да-да-да. Или там в компании стоит и так, он посмеялся на него, посмотрел, бля, да, точно. Ёбаный в рот, это джекпот, сука, я буду делать с ним правнуков, нахуй. Вот было же такое до сих пор? Не было? Ну, не было, значит, не было вот этой школьной жизни. Зачем напомнил ужас? Я, бля, буду, я сидел такой, думал, так, надо сейчас в компании завтра, надо прийти в компанию, да, надо собрать нас человек 5 и пошутить так жестко, и посмотреть то, на кого смотрят, типа. Сука. Так, сегодня 8 мая. До сих пор? А, понял, на Родяну с Настей. 808 толкает волну. Пиздец, что это за... Что? Если я бомжа вырезался, значит, я его люблю. Ну, хуй знает, значит, проблемы с координацией. Не, я каждый день задариваю подарками и пытаюсь сделать так, чтобы мы остались вдвоем. Понял? О, щит!
Ебать, я нахуй ебал! I love police! I love you! XX Tentacion! Сработало, ебать, да! Что за хуйня? Чел, что... Прикиньте, просто стать матом, когда умер. О, щит! Ебать, я... Бля, он как будто сказал чуть-чуть по-французски, щит, бля. Нахуй ебал! I love police! I love you! XX Tentacion! Щит! Юля, смотри! Я, короче, хотел приколоться, тут у нас в углу стеночка стоит. Я не знаю, как... Блядь, я не могу с тебя. Я не могу, блядь, ты... Парни, а где метро, вы не знаете? Где метро, метро, где? Метро? Oh, I don't know. Окей, 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 да. Пока. Стой. Вам нравится жизнь? Никому не надоело? Что-то делать всю жизнь. Прикиньте. Вот про него говорил Зубарев, по-моему. Всю жизнь надо что-то делать. С ума сойти. Пока не умрешь. Каждый ебаный день. Вставать и такой, ну, погнали. 400 дел у меня сегодня. Мыться надо каждый день. Каждый. Чистить зубы надо 2 раза в день. Я заметил, что каждый раз, когда я чищу верх, я думаю, бля, еще ж низ надо чистить. Еще этот ебаный низ всегда стою, думаю об этом. Убираться дома всю жизнь. Ну подождите, мне кажется, нихуя не все моются каждый день. Еще и дохуя меньше смотрят, ой, тьфу ты, чистят зубы, бля, 2 раза в день. Скажите, ну, вот. Честно, ну, просто честно. Ну, я просто вспоминаю одноклассников, да, и себя тоже в школе. Ну, нихуя там ни 2 раза в день ни зубы, ни мыться. Если с русалки сделать паштет, он рыбный или мясной? А там, видишь, по-моему, наполовину, там половина рыбы. Ебать, что сделали, ты прикинь. Половина мяса. В смысле, а рыба это не мясо, нахуй, решать? Сука. А рыба это не мясо, типа? Ну, рыба это же мясо. Рыба это рыба, нахуй. Ебать, диалог просто. Чего, блядь? В смысле, ты приходишь и говоришь, дайте мне мясо рыбы? А как ты говоришь? Дайте рыбу. Здесь рыбы мне, блядь, да. Ну, а внутри-то что рыба, блядь? Есть филе, ну, блядь. Ты как брови сделал. 10 мая, день семейных взрослых, с праздником. Так. Внутри рыба, нахуй. Внутри рыбы рыба, Ваня. В чате чел первое сообщение. Я зубы хуем чищу, мне в кайф, вы сосите лохи, я крутой. Ёбаный рот. В смысле, дайте мне мясо рыбы. Филе рыбы. Ну а филе это что? Это вырезка мясная. Скажите вот. Ну бля, я прав, разорвал стариков по факту. Рыба не является мясом, потому что это мышечное. Понятно, бля. Тяжело, рыба тоже мясо. Так кто в итоге прав? Ребят, пните, когда выяснят, блять, выяснят, кто прав. Какой стример ты сейчас выбирает, кого еще, какого еще стримера обосрать? Сука. Блять, вот у всех же в жизни был такой человек, который... Бля, почему грудь всегда в тренде? Сука. Возраст — это всего лишь цифра. Она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Все зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств. Грудь. Ну и грудь тоже всегда в тренде. Переведите с английского. Бук. Бля, подожди. Бук. Сука. Переведите с английского. Бук. Бля, подожди. Бук, 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 бук. Что-то знакомое. Не знаю, я английский, я немецкий изучал. Бук, do you speak English? Там по-другому бук. Дерево. Я врать не буду. Примерно, я думаю, что все-таки что-то серьезное. Правильно.
Это вот тот самый одноклассник, который нихуя по теме не отвечает, но вот налить воды может минут на 30 урока. Видел, что-то там... Yesterday. Yesterday, да. Это все будет хорошо, наверное. Ну, я тоже так думаю. Битлз всегда хорошо пел. Все будет хорошо, да, правильно. Хом. Хом? Хом кредит, это означает, мы дадим долг и можем помочь вам. Да, где-то вот так. Ну, он опять первый ответил. Да, я не против. Правильно. Переведите с английского. Бук. Ладно. Да, я не против. Side eye. Criminal offensive. Ой, так, все, пора бы с патушки уже ложиться. Топ причин, за которых ты не можешь уснуть. Мем надо еще разок его глянуть. Ой, так, все, с патушки пора ложиться, с патушки. Так, погодите-ка, а я случаем не как долбоеб свою жизнь проживаю, а? Да вроде нет, нормально, хотя... Ой, все, с патушки пора. Так, погодите-ка, почему... Ой, так, все, пора бы с патушки... Почему нельзя поставить вместо них админов телеграм-каналов? Они-то точно, блядь, заснимут все, что надо. Фу, все, с патушки пора ложиться, с патушки... Фу, блядь, не могу, что-то я очкую, а, все-таки завтра первый день на работу выхожу, а, дегустатором пиздюлей, блин. А вдруг у меня не получится нихуя, а, что делать-то тогда? Ой, все, с патушки пора, с патушки ложиться. Ух, ёпта, блядь, я ж забыл доклад написать, чем печенеги отличаются от печенья, блядь, его ж сдавать завтра. Ой, так, все, пора бы с патушки. Блядь, что? Что? Резко за... О, все нормально, работаем. Три картинки, которые научат мыслить по-другому. Иногда, чтобы найти свое место, нужно прежде узнать, что тебе не подходит. Как понять, уместна ли моя критика? Это мне похуй, вообще читать много. Токсичная продуктивность. Я отлично поработал сегодня, но мог бы больше и лучше. Чего? Это четвертая картинка, она не входила в сделку. Иди нахуй. Пиздец. Я, кстати, тоже зашел. Что-то... Ебать, вот это в натуре стрим еще идет, а нарезки еще, блядь, шагают. А если ты любишь... Что вы на этом банане ставите? Ждем троих человек. Хуя ты ебаная, блядь! Псай, хуесос, идите играйте, блядь! В пизду, ну я не хочу это пиво ебаное, нахуй я не в... Пиздец, босс! А если ты любишь детей? Я, короче, помню, играл в КС, когда лет в 16-15. Вот так мамы не было. Я вот так как привизгну, бля, понял? Вот так же, как этот вот так вот привизгну. А потом наушники снимаю. И такой, бля, походу громко было. И потом вот так сижу, так тихо говорю. Помню. А еще было... А у меня один раз окно было открыто. Лет в 15-16. И я, короче, крикнул. Поняли? Ну, и я орал там, бля, и вот так снимаю. Мне в ответ орут, бля. Я такой вот так выглядываю, и там пиздюки проходят. Говорят, чё орёшь? Блядь, я, сука, стыдно было в том, пиздец. Ты это рассказывал, да? Да иди нахуй. Наш рынок растёрнут. Первое. Звук выстрела. Первое. Звук выстрела. Диппинс, не смотри, экстрасенс. Смотри, тебе здесь нужно умножить 2 на 5. Ничего сложного. Ну 2 на 5, блядь, умножить нужно. 2 на 5. Было 5 и на 2. 7, 6, 6... Не знаю. Блядь, сука, ты можешь 2 плюс, блядь, 2 плюс умножить так? Я не знаю! У меня такая хуйня со стихами была. Это просто пиздец. Я вот так сидел, стихи учил. Больше всего меня бесило, когда я выучил его, да? Я посидел, попотрел, так выучил все такой. Мам, проверь, иду, выхожу. И, блядь, забываю. Ты прикинь, первые строчки ебучие забываю. Я прям там на месте начинаю, блядь, дощечку эту от пола хуярить ногой. Думаю, да, блядь, только
что понял? И такой, да все, нет, все, не буду. Она такая, давай, иди повтори, потому что это, бля, стандартная сцена была. Иди повтори, потом приходил, не буду, бля, больше повторять, нет. Потом приходил, рассказывал, еще книжку под подушку клал, думал, работает. Все, мне надоело проигрывать. Мне надоело сосать члены, хоть я особо и не против. Ну надо уже что-то менять. Давай проверим, готов ли ты сниматься в кино. Нажимай дуэт и играй вместе со мной. Будем играть любовь с Ваня, можно привет Лизе? Мы с тобой не знакомы. Лиза, привет. Да-да-да. Привет. И встретившись случайно взглядом, даже без слов мы понимаем, что между нами что-то есть. Давай проверим, готов ли ты сниматься в кино. Все люди эгоисты. Глупо это отрицать. Когда умирает близкий нам человек, нам жаль не то, что... Да, сука, что за эмоциональные качели в ТикТоке? Ты прикинь, только что ха-ха, потом опять, блядь, смайлик вниз. Что за бред? ...из жизни. Нам жаль, что теперь его с нами нет. Доказательством тому является то, что каждую секунду кто-то покидает Землю, и тебе на него все равно. Так как он был не... Какой-то тупой пример, честно сказать. Что за бред вообще? Я его слышал только что. Это вообще не факт, а какая-то хуйня. Диппин свалил свое очко. Это я уже видел. Ебать, что это вообще? Мужики, короче, уже долго идут. А тут закрыто, ёб, забор. Мужики, так тут закрыто, ёбаный в рот. Ёба, ну как так-то, блядь? Я хуй знает. Бля, где выход? Да я там, наверное, где-то. Обратно вам идти. Бля, ну не прикалывайся. Я серьезно, вот забор, смотри. Да ну ладно, блядь. Километр иду с ним уже 2 часа, блядь. Это, говоришь, закрыто, блядь. Да ну ладно, блядь. А что там у тебя в печенье за предсказание написано было? Блять, тут у меня написано, что тут дом заминирован, и он ёбнет через пару минут. Нам надо... Нам надо остаться? В смысле остаться? Я не знаю, как это объяснить, но мне как-то в моменте стало абсолютно похуй. И такое впечатление, как будто нам судьбой предначертано остаться. Я не понимаю. А что у тебя написано? А что там? Да ну нахуй! Че за заварушка? 159-й факт. Ну давай. У вас тут все, есть у меня какие-то общем, мемы так... начались в ТикТоке. Братуха, в общем, мне на посты здесь нормально, только посты что сможешь ты сделать? Да, конечно. Давай. Тормози, да это не надо, ты что, прикол, нормальный пацан. В общем, здесь мне нужно вокруг шапки сделать, чтобы чисто подешевле было, даже особо бабки не тратил я. Сделаешь, получится, братуха. Скажите, пожалуйста, а как вас подстригать? Ара, брат, как? Как уберечь детей от наркотиков? Тот самый папа в родительском чате со своими главными местами, с которого все охуевают. И глупые вопросы, ужас, блядь. Пиздить. Вы понимаете, если маленький пиздить, если большой убить нахуй, блядь. Можно ли пиздить ногами? Конечно, а только ногами и нужно, потому что руками, знаете, он на неделю хватает, потом, блядь, снова наркотики, сигареты, ой, блядь, гандоны все, пиздить. Бля, я... Все это видео просто. Я, оказывается... Даю вам 10 секунд подумать. Почему в родительском чате только мама? А почему в родительском чате только мама, интересно? А почему в родительском чате только мамы? Папы нет. Как будто бы папы не родители.
Почему так? Хотя, наверное, у большинства из вас, наверное, если есть папа, то он даже не знает, когда у вас день рождения. Ну, точнее, знает, но он забыл. Ну, он в теории знал бы, но он бы помнил, если бы не забыл. Ладно. Вот, но, что сказать, если уж Дима Матвеев прям такой, блядь, хороший вариант, блядь, то я не понимаю, почему его считают Шеп Сократ. Смотри, двигается! Кажется, битвы... Что? Ну, бля, так-то Шепс вообще охуенный мужик, да и битвы... Телевизор! Не знаю, как тебя Швепс... Ебать, в натуре, вот это вот... Я не знаю. Чидис Левинди, нахуй. ВБВРР, блядь. Просто сразу. Так вот, видос выезжает. 4 часа утра. Стекошки, стекошки. Я ведь пришел за последней битвой. Что за хуйня? Я ухнул, типа есть человек, а есть женщина. Бля. О, а у меня же в кармане 11-й айфон. 11-й айфон, красный, 256. Это чисто мой товар, Дима. Сиди голый. Так. Скажи 5 раз слово облако. Облако, 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 облако. Угу. А теперь ответь на мой вопрос. Что пьет корова? М? Молоко. Ты так уверенно сказал воду, как будто корова не пьет молоко. Ебать, я дебил. Сам иди нахуй. Иди ты сам нахуй. Сам иди нахуй. Тёлки сделать. А чего вы взяли, что корова не пьет молоко, ебаный в рот? Прям сейчас приводите сюда мне тёлку, ну, корову, да? И пусть она пьет молоко. Она может пить молоко. Она может пить молоко. Она... Бля, странно, кстати, сказал, да? Она может пить молоко. Она не только пьет воду. Почему она не пьет молоко? Ты что, ты, Вася? Что, я сосал? Я тебе Ваня, мужи, иди на один. Что, тварь, бля, открой. А можно мне... А хотя... Блин, а? Извините, а можно побыстрее? Слышь, ты че свои ебало открываешь? Я могу стоять сколько я хочу, ты вообще... А ты говно можешь пить по факту, но ты его на постоянке... Не пьешь. По факту я и не могу в теории. Блять, что за вопрос тупой, да? Опять вот. Опять у нас юмор сходится в дерьмо просто почему-то. Ты тоже, все мы можем есть говно, но никто же его не ест. Это была Нутелла. Я ваш рот ебал, кто вот сейчас начнет. Ясно? К сведению. Мой клиент, ебаный в рот. Комментарий. Я в гаражах. В кепке, блядь. У нас... Пожалуйста, только не ты. Сука, и кепка упала. Что за ебучий день, блядь? Это точно он. Это точно он? Он просто GPS же сейчас. Хуёвый, да, в Москве, блядь? Он вот так ловит. Пытается поймать, бля. Сейчас у него отреагирует, он пойдет. Пожалуйста, только не ты. Прикинь, трубку сейчас возьмет и вот так. Это пиздец, да. Он как фазмофобия залип, прикинь. Парит, ниндзя. Ой, морде. Чё за день такой, а? Вообще пятница не удалась. Ну чё, возьмёт? Блядь. Ой, блядь, это он. Да как... Алло! Ну вы где? А, чё где я упал, я всё сразу встал где. А? Человек, который упал.
Нет. Прикиньте по себе определение давать. Ведите человека, который упал. Ну и что надо делать-то? Мой клиент. Помочь. Что надо, что надо делать? Помочь. Зачем, зачем вы болтаете? Помочь надо. Он самолет вызывал. Видишь человека, который упал? В конце начал. Это, кстати, человек был, кто не понял. Как это было? Зая, что мы будем делать на выходных? Ну, было не так, как у меня было в голове, конечно, к сожалению. Куда пойдем? Да еще время немного. Так. Всем пока, я покидываю группу. Ути какой у нас мальчуганчик. Спасибо, дура. Всем пока, я покидываю группу. Детали, да? Какой тупой спорт, а? Да. У вас, кстати, интересный чехол для ноутбука. Не бойтесь, я не буду красть. Не бойтесь. Я просто вас вырублю. Я даже не... Эй, любишь ты, да ну тебя нахуй, любишь. У тебя все мое лицо, у тебя все мои кожа. Все я забрал у вас все. Я все соки из вас выжил. Да. Вся ваша красота у меня. А у тебя нихуя нема? Есть. Нет. Да. Козел ты. Сама вы козли. Ты козел, козел. А я? Ягуар. Ягуар один. Нравится? Нравится, но они не свои. Не мои зубы? Нет. С чего вы взяли? Нет, это не твои. Это мои зубы. Нет. Да. Разные зубы у тебя. Разные? Ну да. Я Лего. Я Лего. Ты левый. У вас, кстати, интересный... Сука. Бля, какой сюр, прикинь, вот бабка просто с автоматом Нерф новым, блядь. Что вообще просто? Задолбалась я на этой работе. Домой. Ой, домой искать. Задолбалась? Эй, отдохнуть. Подожди, Масяня, это она? Ебануться. Масяня, он, Масяня. В тишине, сериальчик, домой, домой, диванчик. Ой. Добрый день, да я слышал, вы авторитет на районе. Ну, так, конечно, да. Да, ну я-то вот поэтому вас и знаю. Слушай, мне тут человечек денег должен. Большую сумму, 7,5 рублей. Можем, короче, у меня сгруппироваться, трохи его запрессовать. Mm. И это, бабки пополам попилить, да. Что скажешь? Где он живет? Где живет? Там, возле бани. Кто такое? Да штрих мутный. Тащим его вдвоем на две секи.
Что скажешь? Бабки серьезные. Так... 7,5 рублей. Это нихуй собачина. Пошли. Слышишь, короче, я подъехал, блядь, мне куда, на улицу нахуй Марата ебаного или к Гале спускаться? Ой, нихуя, вот это прикол, да, мужик? Слышишь, короче, я подъехал, блядь, мне куда, на улицу нахуй Марата ебаного или к Гале спускаться? Ой, нихуя. Прошу, перестаньте отмечать меня под этим видео. Опа! Чё, ждали?